Я встречаюсь с фракцией коммунистов. На следующей неделе я встречаюсь с фракцией либерал-демократов. И еще останутся несколько человек, которые являются независимыми, никуда не примкнули депутатский корпус. Я планирую к 20-25 числу завершить полностью обсуждение с депутатским корпусом нового состава исполкома. Задачу, которую я поставил перед собой, перед вами ставлю ее, мы должны создать исполком народного согласия, в котором будут присутствовать профессионалы, независимо от политической принадлежности, чтобы прекратить вот это перетягивание каната, где Гагаузия выглядит посмешищем. Не надо нам идти по пути того, что мы видели в центре эти процессы, которые происходили. Мы должны здесь, внутри, находить общий язык и принимать решения в интересах жителей автономии. Вы видите, как спекулируют и как накаляется обстановка в автономии. Играют на каких-то противоречиях, политические партии там устраивают кардебалеты, и сами лидеры признают, что да, эта бумага, это все было подготовлено, инсценировано из Кишинева. Сами лидеры говорят об этом. Это не слова Башкана, а выступает один из руководителей партии и говорит, что да, это процесс отсюда здесь. Честно признаются. Зачем это делать, я не понимаю.